Доброе утро. Доброе, прекрасное утро. Вон дурачок какой-то бегает, смотрите. Счастливый человек. На веселье. Это... Слушайте, друзья мои. Иду на работу, у меня так болит колено. Я сейчас все понимаю, что вы мне напишите, что у нас один сценарист с Нинкой «Пиратская жизнь». У меня так болит колено после падения. Я начинаю, мне кажется, гноиться или что, блин, такой, знаете, сейчас йодом обработал. Йодом обработал, так больно стало. В общем, иду на работу. И мама оставил дома, говорю, ладно, оставайся. Я говорю, оставайся, но уберись в квартире. В общем, потому что я когда хочу вернуться домой, во-первых, я хочу, чтобы было чисто. Должна же быть от него хоть какая-то польза. А то я такой ему денег занимаю, который меня не возвращает. И это, пусть уберется в квартире, а потом, когда я вернусь, ребята, блин, на спорте. Мы пойдем в спортзал, вот. Что я хотел сказать? Мы пойдем в спортзал. У меня наконец-то прибавляется энергия. Наверное, это из-за соков. Потому что мы прям активно выжимаем каждый день эти соки, жмем из разных овощей, фруктов, из всего вообще подряд. И прям энергия реально прибавляется. Особенно вот когда сельдерей и морковка в соках. Просто пушка. В общем, энергии много. Она появляется, это очень радует. Солнце шпарит, блядь, время 9 утра. Начало 10-го, наверное. Солнце шпарит так, что как будто бы пик дня. Фу, блядь. В общем, и мы пойдем в спортзал потом. Надо раскачивать энергию еще. А, кстати, если действительно, если хочу вам совет дать, если вдруг у вас нет энергии, вы чувствуете себя уставшими, разбитыми, начните заниматься спортом. Это правда. Вы раскачаете эту энергию просто за 1-2 тренировки. Я вот тоже опять же говорю вам, то, что у меня появилась энергия. Я позавчера ходил в спортзал, после очень долгого перерыва опять же. Ну, а сейчас жду зарплату и хочу купить абонемент. 2500 дирхам стоит годовой. Но я хочу купить, наверное, буду помесячно покупать, чтобы, не понимаю, когда я уеду домой. Если буду понимать, что я продлеваю контракт, остаюсь, тогда я куплю сразу на год, потому что на год выгодней. Если покупать на год, это будет стоить 2500 дирхам, а если помесячно покупать, то 400 дирхам. И получается, если я буду по 400 дирхам каждый месяц платить, то за год я заплачу 5000 дирхам. То есть получается в два раза больше. А мне это вообще не устраивает. Вот, поэтому как только я буду осознавать и понимать, что я остаюсь, если я остаюсь вдруг, то тогда я сразу покупаю абонемент. Но мне уже надо купить его хотя бы помесячно, потому что тот спортзал, он, конечно, крутой. И я хочу вернуть эту энергию, я хочу вернуть те воспоминания, которые у меня были клевые. Когда я только приехал в Дубай, я ходил в этот спортзал, и я ходил в 6 утра. Я ходил в 6 утра перед работой, и был полон энергии. Счастливый был человек. Вот. Был, потому что сейчас как-то подизмотался. И вот я хочу все это вернуть. Вернуть это настроение свое. Вернуть эту мечту, о которой я мечтал. Точнее, о Дубае мечтал столько. И сейчас вот я чуть ноюсь. Надо просто вспомнить, к чему это все было. Видите, я с вами почти дошел уже до работы. Не почти, а до работы уже дошел. Я с вами целую. В общем, давайте это... Встретимся после уже работы. Так, ну я уже дома. Ну, с намчиком сделали свежевыжатый сок. Морковка, киви, яблоко, огурец. Все, морковка, яблоко, огурец, киви. Ну все, и только пасту еще я забубенил. Ha 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 ha.
Все, будем есть, не отвлекайте его. Очень вкусная паста. Паста со сливками, с сыром, с соевым соусом, с медом и с курицей. Ну что, мы поели, попили, присели, смотрели телевизор. И у нас возникла мысль, а не поехать ли нам на Золотой рынок в 6 часов вечера. Это будет впервые, потому что так поздно мы никогда не ездили. А, может быть, мы с Викой были в это время. Может быть, не помню. Значит, короче, мы решили поехать. Что делать? Не просиживать дни и вечера, да? Надо как-то вливаться в дубайскую жизнь. Поэтому мы решили поехать целый час на метро, на Золотой рынок, на Золотой базар. Кого там? Сук-базар. Сук. Голд-сук. Голд-сук правильно называется. Да, но это вы увидите уже в следующем выпуске. Поэтому оставайтесь с нами. Успокойся, а. Все. Оставайтесь с нами. Может быть, еще в этом видео продолжим, а может быть, уже в следующем. Я хотел взять наушники. Я говорю, нам, говорю, целый час на метро. Говорю, я тебя не буду слушать. Он такой, нет, давай, говорит, без наушников. Потому что я без наушников, и ты давай без наушников. Ой, думаю, ну ладно. Я же друг. Думаю, как я вот так буду, единоличник. Человек будет обламываться, смотреть на меня, а я это буду в наушниках. Итак, ну что, пробиваем карточку. Карточку. Надо пополнить. Ой, все правильно? А, сюда, блядь, Женя. Ой. Сейчас, подождите, ребята, это не соображаются. Have a nice day, блядь. Have a nice day. Надо было 20, что я, блин, это... Сейчас карта нужна. На моей карте 17 дирхам. Это где-то 360-380 рублей. Let's make for you video. Not now, later. Now. Later. Now you'll go. Later. Короче, постричься. You say today you will cut. Yes. What happened? Я сейчас как в индийском фильме оказался. У них сколько индий из Индии. И они все что-то тыкают, блядь. В эти карточки. В аппарат. Где наш главный индийский герой? У меня на самом деле лицо такое уставшее, что я подустал и есть, и работать. Я хотел поспать, но потом думаю, нет, не надо спать, надо что-то делать, надо куда-то поехать, чтобы ночью прям спать нормально, плотненько, крепенько. Поэтому я решил Минаму уболтать и поехать куда-то прогуляться. Вот мы едем. Не знаю, доедем ли мы до Сук-базара или нет, целый час ехать. Целый час. Время сейчас половина седьмого. Половина восьмого мы будем. Половина девятого, половина десятого. Ну, нормально, 12 дома будем. Погуляем пока, то все. Ну да, к 11, к 12 будем дома. Нормально. Даже может раньше будем. Ну, к 10, к 11. Раньше, наверное, нет. Где ты был?
вообще не смущает эту тетю, что я, блядь, пытаюсь зайти. А тетя ломится. Потому что ей надо войти, блядь. Точнее, выйти. В общем, доедем мы или нет, я не знаю. Тут очень тяжело. Очень тяжело. В общем, оставайтесь. В следующей серии увидите, куда мы доехали в итоге. Не знаю, куда. Я сейчас спать хочу.